церемонию подписания соглашения о сотрудничестве по организации и проведению матча звезд КХЛ 2017 года в городе Уфе. Уважаемые участники подписания, просим вас поставить подписи на ваших экземплярах соглашения. Уважаемые участники подписания, просим вас обменяться папками. Главе Республики Башкортостан Рустему Закиевичу Хамитову вручается сертификат по случаю заключения соглашения о праве на организацию и проведение матча звезд КХЛ 2017 года в городе Уфе. Сертификат по случаю заключения соглашения о праве на организацию и проведение матча звезд КХЛ 2017 года в Уфе также вручается генеральному директору хоккейного клуба Салават Юлаев. Добрый день. Только что вручили, Дмитрий Николаевич вручил сертификат право проведения матча всех звезд КХЛ в Уфе в конце января 2017 года. Это, безусловно, большое доверие нашей республики, хоккейной республики. Ну и, безусловно, огромная ответственность. Буквально с сегодняшнего дня мы начинаем самую активную подготовку к этому матчу. Отработаем план нашей деятельности, определим, куда и как направлять финансирование для того, чтобы укрепить, в том числе материально-техническую базу, не основного нашего спортивного сооружения, а детских хоккейных клубов, площадок. Посмотрим сценарий, каким будет. И мы хотели бы, конечно, в январские эти недели хоккейные провести здесь у нас в Уфе, в Республике Башкортостан, большой хоккейный праздник. Восьмой сезон континентальной хоккейной лиги завершился и завершается вот сейчас очень важная церемония подписания соглашения о проведении следующего матча звезд, уже 9-го. Этот выбор сделать было несложно. Было 4 очень сильных заявки, но тем не менее Уфа предоставила даже вот целую программу, которая выходит далеко за рамки просто одного мероприятия. Это целый набор длиной, может быть, даже в неделю, квинтэссенция которого будет 2 дня самого матча звезд. И очень серьезные и финансовые гарантии, и самое главное, выдающийся опыт Башкортостана и Уфы в организации проведения международных событий, и спортивных, и общественно-политических. Все это сделало наш выбор совсем очевидным, и нам было приятно, что и выбор болельщиков, которые голосовали на сайте КХЛ, как раз был на стороне Уфы. Ну, степень важности, наверное, уже подчеркивает предыдущие ораторы, говорили, что это послужит каким-то локомотивом к развитию дальнейшего такие республики. Это сосредоточит внимание всей хоккейной общественности, это даст поддержку на детским школам, это мы получим новых воспитанников, это придут дети в хоккейные клубы, придут дети заниматься спортом, это все даст дальнейшее развитие, безусловно, толчок к развитию хоккея в целом. А то, что справится ли клуб или нет, то есть я безусловно уверен, что при такой поддержке, при таком внимании, то есть это безусловно готовы и справиться гарантированно.